Итак, всем привет, это Hard Channel. Пришла еще одна вот такая вот у нас посылочка с магазина AliExpress. Дошла я на воздушной почте Китая, by airmail. А смотрим, что тут. Тут написано, давайте сейчас приближу. Electric Toothbrush, 110 грамм и оценено $8. Сразу скажу, товар, который тут лежит, на самом деле стоит на $3 немного дороже. То есть он стоит $11. А, собственно, дошла она, данная посылка, за 2 недели, да, где-то 1,5 недели. То есть очень быстро, очень хорошо работает почта Китая и почта России, соответственно. Так, тут какой-то у нас написан сайт www.lemonbase.com. Сохрани 5% и 10%. Но, собственно, все здорово. Первым делом, знаете, что я хочу сделать? Давайте сейчас, вот, тут вот видите, там сейчас написано, вон, здесь вот. Давайте сейчас разрежем именно в этой части. Я хочу посмотреть, что там написано у нас. Чуть не порезались. Так, камера. Камера, камера. Так-с. Вот так вот мы порезали, а тут, похоже, немного не дорезали. Так. Рвем. И смотрим. Так. Немного что. Тиф лежал. Что же тут? Так. Продавец написал, что это подарок. 5 присылается, но это все-таки что-то не то. Все же так. Режем. Собственно. Так, еще. Попробуем вынуть. Первое. И вторая зубная щетка. Собственно, тут у нас пусто, тут мы все расхреначили. Сделали, так сказать, харакири. Итак, смотрим на данные зубные щетки. А. Собственно, вот так вот фокус. Щетки для семьи, для бати и для меня. 2 электрические зубные щетки. Так, смотрим. Собственно, заказывал я именно вот такого цвета. 2 щетки. А, там была еще разновидность розовая, но там вот другое, как сказать, кнопочное покрытие, даже так. 2 минуты таймер, 30 секунд ремайндер. Ну что ж, предлагаю, давайте вскроем сейчас одну щеточку. Посмотрим, как она выглядит, в каком состоянии она к нам доехала. Ух ты ж, улетела. Так, это мы убираем. Это пусть тут будет так. Сюда. Давайте откроем. Где же там? Достаем зубную щетку. Фух, я уже, честно говоря, что-то подумал, когда тут лежал, что тут их аж 2. Так. Сезга. Да, Сезго же. Так, и, собственно, вот они, наши зубные щетки. С этой стороны не остаются. Так. Пришла розовая. Ау. Ауч. Пришла розовая. Уже. Сниму за это деньги с продавца, так как заказывали мы голубые. Да, то есть вот такая, как я понял. Да, на батарейках сразу забыл сказать. То есть вот 2 вот такие, я думаю, пальчиковые батарейки, да, у нас. Туда вот сейчас суется, потом так же. Закрывается. Это у нас что? Это у нас держалка. Включается. Нормал, супер, все дела. Такс. И 2 насадки у нас идут в комплекте. Давайте откроем вторую и посмотрим ее цвет. Это убираем. А, да, вот в упаковке тут мануальчик небольшой. Идет так же. Ну что ж. Так, небольшая заминочка была. И открываем вторую, смотрим, какой у нас здесь пришел цвет. Какая же щеточка, собственно, тут. Так вот, быстро вскрыли. Быстро, не быстро, а полностью открыть так и не получилось.
тут вот сделали такой надрезик. Кстати, честно говоря, задумываюсь о покупке скальпеля, так как ножик не очень удобный в руке, как копье лежит. Если делать так, то будешь порезаться. То есть резать так. Так-с, открываем всю эту фигню. Убираем. Ух, какой неприятный звук, простите. Так-с, ножик немного подальше. Открываем. Вынимаем. Супер сразу. Да, сниму, конечно, я с них денег за то, что пришли розовые щетки. Собственно, вот опять же у нас мануальчик. Давайте посмотрим. Ну, здесь ничего, собственно, нет такого. Апер, ноты. Два АА батарейки. Живет батарея до 150 дней. Правда, не знаю, как не могу говорить за производителя батарей. Сколько будет жить батарея. Так-с. Смотрим. Ну, все-таки все то же самое. Розовая. Вот честно, я на фотографии думал, что это у нас сейчас включается, там выключается. Тоже пришла, к сожалению, розовый нормальный режим. Супер режим. Кнопка включения. Собственно, сама насадка. Ну что ж, буду сейчас разбираться с продавцом и возвращать свои деньги. Хотя бы часть. Итак, ну что ж, с вами был... Подведем итоги. С вами был Hard Channel. Зубные щетки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И жмякайте на рекламку. Также хочу прорекламировать одну группу. Называется «Найди меня, Москва». Группа молодая. Подписываемся, поддерживаем ее. Ссылка будет в описании. Всем удачи. Всем пока.